Ну, я... Ай! Ай-яй-яй! Чисто. Это собака, да? Это он разлил. Не надо уходить за рейс. Мне вот немножко мячик не шаг. Ну, нормально, она идет хорошо. Мне кажется, она всегда страшно. У нее нормально вместе голова. Она и размахивает через чур. Да. И немножко ритма не достает, потому что все-таки движение рядом, оно очень много по ритму. Потому что они вот так вот, а для этого нужно... Не надо с ней разговаривать, она свалила из работы. За что ее поощрять вот этим вот? Вообще, я говорю, вот раз и навсегда забыть про то, чтобы общаться с чужими собаками на занятиях. Даже если они сами просят. Потому что потом они входят и говорят, судью, это я еще не поздоровался! А это вот вы сами лично воспитываете. Игорь, ты что такое-то? А что, может, потеть мясо? Если так хорошо было, что я еще не понимаю. Вот хочется вот с этим что-нибудь все время сделать, честно говоря. А что, она не застегивается? А, вариант. Потом отлепить, но просто она сейчас в некорректное место, иначе
там себя контролировать нужно. Отличный зайчик, умничка. Ай-яй-яй-яй. Она привыкла рядом все время. Вот это. Эй-эй-эй. Нет, не надо. Не махать руками. Сейчас. Ну, мне надо тоже привыкнуть. Да. Эй! Я пошла. Тогда вы еще пошла, короче, ну вас пей. Так. Показывайте, я сама думать не буду сюда. Рядом. Да, отлично, молодец. Да, сюда, вот этой рукой спокойно давать. Ага. Руки опять давай. Рядом. То есть начинаем мы встать. Рядом. Эй. Вместе. Рядом. Да, говорит, я буду махать. Да. Ну, опоздал. Да, но поощрять надо чаще. Это отстает. Это нормально идет. Мне кажется, ну, на левом повороте она там сильно отвалилась. Но ее же нужно за правильное поощрять для начала хотя бы. Мы сейчас ей изменили картинку. Да, мы ввели новый критерий. Рука теперь не машет. То есть мы собаке работу усложнили. Поощряйте почаще, чтобы она уверенность не потеряла. Да. Руку сразу прижать. Опять не махать. Ага. Здесь в первую очередь оно вопрос сам. Ай-яй. Вот, я достаю. Там меня сутка. Я была красивая. Да. Она отставать не будет. Ну, в принципе, мне нравится то, как она ходит. Она отстает, когда она опять пытается с рукой поболтать. Если рука ей будет отвечать, она с ней будет болтать всю жизнь. Она должна в ответ просто мертвенькой прикидываться, и все. И кормим мы здесь собаку за то, что она не в руку лезла, а смотрела куда положено и сидела, и сходила где положено. Так, а что мне? Вот, соответственно, на левом повороте тоже пока что делать его чуть помедленнее и показывает сразу, голова здесь должна быть, куда-то голову-то убрала. А вот может быть с этим еще? Нет, она с этими ногами, она не могла. Здесь как бы у нее здесь про другое, она при этом считает, что работа задними ногами позволяет голове уйти из позиции. Здесь и задние ноги должны работать, и голова должна держать эту позицию. И вот мне как-то хочется, чтобы она тут вот мне крутилась. Ну, знаешь, же рядом она как-то так, или это опять открутилась? По-моему, это было открутить. Так, потому что я тебе еще не сказала, тоже по мне сказала, я тоже такое слышала. Все слышали, да? Ко мне. Говорит, я только что уходила, ты сказала не надо. Я теперь не знаю, надо или нет. И не надо так далеко, можно просто перед ней стоять. Нам не нужно вот эти вот 3 метра рысью идти. Ко мне. Вот как-то она. Нормально она тут делает, она не в голову приходила, крутилась она достаточно быстро. Ну, то есть само занятие, положение было нормально. Она просто медленно подходила, но она так, в таком состоянии быстро бы и не подошла. Это игрушки чужие. Старайся его кормить, не глядь на собаку. Ира, корми его не чтобы он смотрел на собаку в это время, жрал, да, не попкорн перед телевизором, а себя его жрать. Так, ну, повороты, значит, сейчас мы проходим, все, в общем, учимся заново. Просто без руки теперь учимся. Да теперь все движение рядом, просто учимся делать без руки. А еще голова, иногда вот она как-то прямо так держит, иногда вот так. Я здесь не вижу смысла сильно бороться. Она не будет прям вот так сильно ходить. То, как она ходит, мне, в принципе, нравится. Здесь вопрос, я говорю, в том, чтобы она перестала этой башкой махать во все стороны просто. Но это как раз закрутилось. Она потому что, да, она под руку и лезет. Отлично. Не знаю, мне вот так очень нравится. Да. Там можно какое-то время, если как-то будет получаться отбором просто сработать, можно будет некоторое время чуть на правую руку ее повытягивать. И после этого опять все убирать. Да, то есть помогать ей чуть вернуться. Чтобы она поняла, что от левой руки надо отвалить. Так, у нас время. Ладно, с этим поняла. В общем, накосячила. Ну, не отследила просто, когда все уже пошло слишком далеко. Так. И хотела тогда много, давайте комплекс посмотрим. Ага. Сейчас я пытаюсь его выходить. Я сейчас. И сейчас уже сколько? Вот. 20. Нет. Ну, наверное, сейчас поближе, чтобы его подкладывать сначала. Так, конечно, тяжело. Ух ты, хорошо.
здесь какую связку делала? Я вообще показываю, что мы... Нет, по связочкам, пожалуйста. Потому что не надо путать, когда они все хреново сделаны, еще их смешивают. Но это как бы гораздо более терпимый вариант, чем когда она просто вся прется. Здесь как бы еще нет. Здесь еще отходить, я не вижу, куда она ходит. Отхожу я пока. Ну, говорю, она у меня неделю имя не было. Ну да. Ну и плюс, наверное, она здесь, конечно, в зале сразу, по крайней мере, не начала, когда я тут пришла, она здесь так напряглась. Да, там снимали тебя. Да, хорошо. Стоять, сидеть. Она садилась в тот момент. Очень хорошо. Прыжком я так и от нее не добилась. Это уже понты на самом деле. Прыжком. Я которую убью на эти понты. Нет, стой. Сиди. Ну, здесь тоже не раз. Некуда отходить, да, потому что она один раз села хорошо, остальные разы все равно. Здесь скорость не нужна. То есть нужно, чтобы она аккуратно делала. Я на тему комплекса по задним лапам сейчас всем стала задавать ходить назад собаку учить, чтобы собака умела просто пяться, да, сказал собаке, и она пятится до тех пор, пока не услышит что-то другое. То есть по одной команде. И дальше мы добавляем пяться, сидеть. Как бы, да, то есть здесь должно быть не пяться, сидеть. То есть вы должны командой попасть не в паузу, когда собака остановилась, а пяться, сидеть, чтобы они доскладывались назад. И тогда с комплексом сразу вообще в разы проблем меньше. Вот с посадкой назад. Я бы поучила ее просто назад ходить сначала. Она у меня ходит вот так. Они обычно выправляться начинают. Ну, можно по тротуару ходить, чтобы ты туда вошел жопой в машину, врезался в руки, а туда пошел жопой в сугроб сел и нет. И там через там несколько дней занятий они более-менее начинают мышцами баллотировать уже правильно. Тротуар просто он хороший, он по ширине очень удобный как раз. Вроде как и зазор небольшой есть, собаки не слишком тесные. В то же время свернуть туда уже чуть-чуть. Вот так она еще садится, Не-не, я бы сделала ей посадку назад через вот это движение назад сначала. Да, вот типа того. Видите, да? То есть собака должна именно назад усаживаться здесь. Назад. Ага, хорошо. Вот, здесь единственное, зачем следите, чтобы собака не начала вот эту посадку сама продавать. То есть если вы сказали сидеть, она должна сидеть. Если вы не сказали, она должна опять мужчину просто бежать за ней. Вот. Так, потом еще у меня на эту команду я рядом сделала другую. Сейчас, мне сейчас стоять лежать. Она же смешно сейчас лежала. А можно ей, например, сделать стоять лежать, а здесь вот мячик? Прям между ручками. Стоять. Ну, можно ее сейчас положить. Положить ей мячик. Вот Теперь ей сделать стоять. Стоять. Куда ты пошла-то? Стоять и разрешить ей мячик взять, пока она еще над ним стоит. Стоять. Нет, не стоять. 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 Вот, хорошо. Я бы вообще вот попробую ее вот так пока поехать. Там мы с некоторыми собаками можно и с куском, если они достаточно тесные. А если ты там всосал внезапно сам, то, конечно, так проще собирать. Стоять. Нельзя же это трогать. Тогда я от него вообще отойду, да. Так,
надо руководить. Стоять. К шаме? Да, хорошо. Здесь еще покликать, то вовремя. Ну, не ускорился сразу. Все, так что команда рядом с кубкой будем убираться в следующий раз. Еще бодрее смотреть. У него еще бодрее подвигают этих собак. Они же на выставке полностью занавешены.